Привет, друзья! Сегодня сделаем снежинку цветок, и с вами Рана. Нам понадобится 3 квадрата размером 5 на 5 сантиметров. Каждый квадрат разрезаем по диагонали, получая 2 треугольника. Треугольник сгибаем пополам. Параллельно боковой стороне делаем 2 разреза ножницами. Снизу подрезаем от вершины до первого разреза, получаем заготовку. Теперь берем термоклей. Заворачиваем 2 нижние полоски к центру и проклеиваем. Оставшиеся 2 полоски склеиваем перед фигурой, затем приклеиваем к центру. Снизу должна получиться небольшая ножка. Делаем таких лепестков всего 6 штук. Чтобы соединить вместе, берем небольшой прямоугольник и скатываем из него рулончик, который проклеиваем. На него прикрепляем все детали. Сначала приклеиваем 2 противоположные, затем добавляем боковые с одной стороны и со второй. Для украшения добавим стразы в середину и на каждый лепесток. В итоге получилась вот такая снежинка. Больше идей для творчества вы найдете на канале Artium. Подписывайтесь и смотрите еще.